фестиваль «Мужская роль» – это не просто смотр достижений киноиндустрии за год, у него есть своя специфика. Я бы сказала, даже несколько культурологическое и социальное. Люди, которые приходят на фестиваль и смотрят фильмы, не просто развлекаются, они еще и думают, в том числе и над тем, кто же является героем нашего времени. Поскольку название, собственно, обязывает, изюминкой нашего фестиваля является наличие женского жюри, в состав которого я тоже имею честь входить, но и остальные представительницы прекрасного пола из нашего города, которые работают в нашем жюри. Я могу сказать, что мы действительно работаем, что просмотр фильмов – это своего рода такой интеллектуальный труд, и мы всегда стараемся выделить настоящих героев по нескольким параметрам. Мы оцениваем кинодебюты, смотрим на работу молодых актеров. Также мы всегда смотрим, кто из актеров, представленных в программе фестиваля фильмов, сыграл лучше всего. Это, соответственно, лучшая мужская роль. Но еще в обязанности женского жюри входит самая, наверное, ответственная такая история – это выбрать лучший фильм. Я могу сказать, что это не так просто, и когда мы занимаемся выбором фильмов в той или иной номинации, у нас происходят и споры, достаточно горячие, каждый отстаивает свою точку зрения, поэтому результат нашей работы, я надеюсь, действительно стоит того.